встречаются две подруги. Одна грустная и невеселая, другая ее спрашивает. «Тань, что случилось? Ты обычно вся сияешь, а сегодня от чего-то грустная и мрачнее тучи». «Да понимаешь, Свет, подарила я мужу набор блесен для рыбалки». «Ну, для него это хороший подарок, он ведь у тебя каждые выходные на рыбалку ездит, что не так-то?» «Да, он их в руках вертел, вертел и спрашивает. А что это такое?»